Всем здравствуйте, меня зовут Елена, и я снова вас приветствую на своем канале. Сейчас мы находимся в Лигурии, в городке, который называется Диана Марина. Живем мы в таком замечательном домике. Его сдают знакомые хозяева родителей мужа. И мы сюда приезжали уже в прошлом году, отдыхали здесь весь август. Сегодня, то есть вчера вечером приехали на несколько дней до нашей следующей поездки. Вот, и сейчас мы идем на пляж. Очень жарко здесь, как обычно, африканская, это самая умидита, как это по-русски, господи. В общем, влажность большая. Вот мы проспали до 11 и идем на пляж. Мачевенто, мачевенто. Вот такие здесь милые домики. Сейчас будем идти гулять, я вам покажу. Везде цветочки растут. Такие цветочные деревья. Этот домик находится где-то в 15 шагах. В 15 минутах ходьбы пешком до пляжа. Здесь также везде на каждом шагу находятся разные отельчики. В основном 3 звезды, есть 4 пути к пляжу. Также здесь, по-моему, есть однозвездочный отель, который называется Рома, что значит Рим. Вот. Ну, конечно же, все отели здесь нужно резервировать еще минимум с апреля месяца. Апрель-май, иначе просто здесь не будет мест. Нормальные явления. Также лежаки. Тоже нужно принотировать, резервировать заранее, за несколько месяцев. Есть несколько пляжей, достаточное количество, где лежаки стоят от 17 до 40 евро в день. Два лежака, получается, и зонтик. Мы будем отдыхать сейчас на пляжах, которые называются Бани Элина. То есть пляж, который называется Элина. Вот здесь также 3 звезды, отель Дель Мимозы, который лежаки, где стоят 17 евро. Такие цветочки здесь везде. Мне так нравится Лигурия, то что здесь очень много пальм и очень много цветущих кустов и деревьев. Вот мы уже приближаемся к морю. Вдалеке уже видно. А вообще здесь, конечно же, в этот период, август, очень много людей. Очень много. Занято все. Если вы приезжаете сюда в июне, ну, также заранее можно что-то намного легче арендовать. Но августовский период нет. Также здесь есть один известный большой аквапарк, который называется Ле Каравелле. Мы там не были, но мне рассказывали, что там хорошо. Сейчас мы пришли в то время, когда все в основном отдыхают после обеда, где-то в тенечке спят. И поэтому вот именно сейчас народу не так уж, чтобы много. Нормально, терпимо. Вот мы пришли на наши пляжи. Софила. Ой, как высота, как много народу. У нас третий ряд, 6 место.
Ahia. А dove scrivono numeri? 6. Terza fila numero 6. Terza fila 1, primo, secondo, terza. Terza qua. Terza qua. Dove il numero? Наплавались, очень нанырялись даже. Что? Пойдем.